Хай, Саша в Майнкрафте на связи. И, в общем-то, моя синяя линия уже открыта, но не до конца. В общем-то, почему же? Потому что я дальше буду продлевать и буду на видео. Ну, на видео показывать новые станции. Ну что ж, в общем-то, давайте не тянуть время. В общем-то, на ней 3 станции на синей линии. В общем-то... Станция Кантемировская 2. Переход на станцию Кантемировская 1. Да, это станция Кантемировская 2. Переход на станцию Кантемировская 1. Вот она. Ну, поскольку вы эту станцию уже видели, так что давайте проезжаем мимо. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Финская. Да, следующая станция Финская. В общем, там, да. Вон она уже. Так, информатор. Нажмите кнопку, чтобы открыть двери. Станция Финская. Платформа справа. Да, в общем-то, такая станция Финская. Здесь нельзя прыгать. Ну, бегать здесь, поэтому можно лайм... Ой, слайм стоит. Вот. В общем-то, ну, тут можно только прыгать, но не попасть на рельсы. В общем-то, такая вот станция, у меня что-то такая привычка ломать вагонетки. Кстати... Кстати, наконец-то порой вернулся. Вот. В общем-то, поехали дальше. 2 минуты уже идет. Трансляция. Следующая станция — трехбиомное депо. Трансляция видео. Трансляция, я скоро вам выпущу 2-й стрим. Если вы не видели первый стрим, то можете зайти на мой канал и посмотреть. В общем-то, вот станция. Станция трехбиомное депо. Наземный переход на станцию деревня имени Ленина Штолетти Кантемировской линии. Да, красная линия у нас Штолетти Кантемировская линия. Во-первых, почему называется станция трехбиомное депо? Во-первых, тут есть вот такое вот депо, здесь 2 разворотных рельса и 2 обычных, только тут вагонетки не стоят. Тут вот тут должны стоять, и я тут не доделал немножечко. Так, вот тут вот должны стоять вагонеточки. В общем-то, вон туда я уже готовлю путь. Вот. А во-вторых, эта станция называется трехбиомное депо, потому что... Кто-то за дерево свалил. Потому что тут первый биом — это дубовый лес. Второй биом — пустыня вон там вот. И третий биом — саванна. Вообще, саванна... Это мой самый любимый биом, потому что он такой красивый. И вот наземный переход на станцию метро. Господи, я уже забыл. Станция деревня имени Ленина. Конечная. Да, деревня имени Ленина. Она конечная у нас. Ну, вы знаете, вот так вот выглядит край метро. Скоро я буду дальше продлевать. И у меня будет это дальше. Ну, вы поняли. В общем-то, такая вот короткая линия оттуда до сюда. Коротенькая линия вообще-то. Ну, 3 станции всего лишь там. В общем-то, у меня там наушники на голове. Вы можете вот тут вот видеть. В общем-то, давайте я вам покажу схему, которую сделал. В общем-то, тут я сделал вот так, станции пересадок.
Тут будет еще здесь 5 линий. Это зеленая, белая, голубая, синяя. Хотя синие красные уже есть. Зеленая будет Преображенская радужная линия. Здесь будет белоснежная Лыгинская линия, вот эта белая. Голубая будет Железяка Московская линия. Это финская Кантемировская линия. Вот. Вазелиновская линия. Вазелиновская линия. Я там написала Кантемировская линия. Ну ладно, давайте перепишем. Ой, я все правильно. Простите. В общем-то, здесь еще такая схема. Метро. Тут еще депо ТЧ Биомовка. В общем-то, мне больше нечего сказать. А так как мне нечего сказать, то я буду с вами прощаться. С вами был Саша Майнкрафт. В общем-то, всем удачи и всем пока!